Шоу 22-й день самоизоляции. Витер, лягушонок им ничего не сделал, а они его палкали. Как-то похож на отца характером и вообще. Вот кто был ангел. Он был такой добрый. Мередит, у тебя есть подарок для Питера, верно? Когда пересмотрены все фильмы. Питер, давай. Дай мне руку. Подсчитана вся гречка. Взята вся бумага на контроль. Книги начинают сниться. Тогда приходит оно. Ну, здравствуй. Привет. А ты кто? Я часть тебя. И чего ты хочешь? Взять над тобой верх. Забавно это слышать, но ты — это и есть я. Я уже говорю, что я часть тебя, но я хочу полностью владеть тобою. О-о-о, остановись, давай договоримся. Хорошо. Давай сыграем в одну игру. Если ты выиграешь, то я тебя оставлю в покое и изредка буду появляться. А если выиграю я, то я полностью завладею тобою. Окей. Что ж, начнем. Победа будет за мной. Посмотрим, чья возьмет. Мой ход. Пишите в комментариях, кто победил в этой нелегкой битве.